Всем привет! Сейчас я хочу вам показать, как я сделаю чайный домик для вот таких вот пакетиков одноразовых. Так как коробочки здесь не очень смотрятся красиво, значит, нам понадобится это шаблон любого размера, хоть кувшинчик, хоть что, ну какой вам глянется, вы можете себе взять. Мне присмотрелся вот такой вот чайничек. Он у меня высоту примерно 15 сантиметров, длину 20 сантиметров. Так, затем понадобится вот такая вот цветная салфеточка. Любая салфеточка, какая вам нравится. Так, шаблончик, салфетка. Потом заготовочки, вот такие вот детальки. Там уже смотрите по размерам вашего пакетика. Так, и вот саму заготовочку я уже сделала. Значит, я взяла салфеточку, вырезала сначала из картона. Такой вот у меня тоненький здесь картон, вот он. Вырезала такой вот шаблончик. Затем я обклеила его салфеткой, которая мне нравится. Эту сторону я тоже обклеила салфеткой. Я ее раздвоила, она тут расстроенная была салфеточка. Три штучки было в ней. И сделала вот так вот, обклеила, сделала вот такую вот заготовочку. Вам какая понравится, такую и делайте. Какие у вас там есть салфеточки красивенькие. У меня такая была дома. Затем я сделала вот такие вот, связала жгутики. Вот они, связаны у меня. Вы можете взять жгут. Или что-то, какую-то веревочку такую более плотненькую нам понадобится. И клеевой пистолет. Тоже какой у вас есть. Так, ну сейчас приступим к сборке. Ну, значит, пистолет у нас нагревается. Сейчас мы с вами будем вот это вот дно. Я его как мерила? Вот так вот померила. Вот у меня пакетик хорошо здесь ляжет. Значит, будем приклеивать сюда к основанию. Будем брать пистолет и вот так здесь проливать. Так, смотрим дальше. Так, дно у нас готово. Вот я приклеила здесь. И здесь соединила. Теперь оно у нас держится хорошо. Ну что, прилепила. То есть, прилепила. Приклеила я еще две детальки. Получился у нас вот такой вот как бы диванчик. Вот он. Вот такой вот. Так, сейчас мы будем заднюю стенку нашего чайничка клеить. Заклеили мы заднее основание. Получилась у нас вот такая вот коробочка. Сейчас я покажу, что я буду делать дальше. Надо взять сейчас жгут или какую-то веревочку, которая у вас есть интересненькая, толстенькая. И будем сейчас с вами вот мы обклеивать весь чайничек вот таким вот образом. Вот так вот. Вот и все. Чайничек для чайных пакетиков у нас готов. Получился вот такими вот декоративными усиками. Вот такая вот коробочка. Тут еще можно что-то расписать, расклеить. Это ваш, как ваша фантазия. Сейчас мы проверим пакетики. Как они у нас влезут. Вот замечательно. Вот так вот все пакетики сейчас положим. И у нас заместо вот этой вот некрасивой коробочки будет стоять вот такая вот замечательная коробочка для чая. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Дальше будет интересно.